Орловские пенсионеры продолжают попадаться на удочку мошенников. На днях всех своих сбережений лишилась пожилая женщина. Сотрудник газовой службы. Именно так представился мошенник 82-летней жительницы заводского района. Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, аферист проник в квартиру и похитил все сбережения хозяйки. А это 50 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого. Полицейские в очередной раз призывают орловчан к бдительности и советуют не впускать в дом незнакомых людей, представляющихся сотрудниками различных коммунальных служб. При первых подозрениях стоит обратиться в полицию.